11 июля 2018 год. Вчера вот скидывал видео про вот эту вот объездную за Сарыкулем. Вот как едут дорожники сами. Вот так вот едут дорожники. Вот их знаменитая объездная. И вот так вот едем мы с края по полевой, потому что там ехать невозможно. Вот еще один автомобиль стоит. 100 лет я не ездил. Точно так же баллон пробиты. Вот вторая машина, водитель говорит, на подходе ребята с Кокчетава едут. Тоже в шоке от такого покрытия. Не знаю, когда на это власти обратят внимание. Вот еще одна машина выехала с объездной. Только выбралась. Вот получается объезд. Вон он дальше там идет. Человека два задних колеса пробито. Одно в дребезги, как у меня. Второе вот. Второе вот перетерло тоже. Машина уже подвешенная. Человек с Алматы едет. Далекий путь. Ладно, был бы у меня это единичный случай, если это у всех водителей, которые едут под большим грузом, грубо говоря, под двадцаткой, такое происходит, то значит уже дело не в машинах, дело в дороге. Вот только что прошел каток. Ой, блин. Вот здесь вот он проезжал. Так и смотрим, как заровнял офигенный каток. Прям автобан целый.